И в аварии с грузовиком погиб известный саратский путешественник. В Лосогорском районе сбил грузовик. Значит, водитель грузовика, газон там и так далее. Ехал на Владимира Пономарева. Вот. И что я могу сказать? Ну, знал я Владимира Пономарева. Да, принял в его судьбе роковое участие. Да? Ну, представляете, вот тут пишут официально, да, родился он в 59-м, до 2004 года работал директором филиала Приволжской железной дороги на станции Анисовка. Представляете, а я как раз боролся с Аяцком в 2004 году, и вот ко мне приваливает вот этот человечек, такой интересный, он, ну, такой вот какой-то, я не знаю, романтик. И говорит, вот я хочу там, куда же он, в Грецию на Олимпиаду сходить пешком. Я говорю, а я тут при чем? А я понесу там плакат «Долой Аяцкого». Я говорю, классно, а что я должен сделать для этого? А вот мне нужны там какие-то ботинки, а я говорю, а где возьму? Он говорит, а вот магазин «Максим», который, говорит, к вам относится, там они стоят. Я говорю, ну забирай, что тебе еще надо? Ну там примус, что-то еще. Ну, в общем, он наговорил, мы им собрали мешок такой большой, он говорит, денег надо. Я говорю, дадим денег, какие вопросы? Дали денег, да, его и отправили. Ну, был ли плакат, разворачивал ли он на Олимпиаде, не разворачивал, я сейчас, честно скажу, не помню. Наверное, разворачивал что-то, может быть, даже и фотографии были, просто сейчас не помню. Да, но самое смешное, я ему говорю, а как работать ты там, где работаешь? Он говорит, на железной дороге. Я говорю, а как же работать? А я уволюсь. Я говорю, и что? Ну, говорит, мне вот хочется ходить. Вот если ты мне сейчас поможешь, там ботинки купишь, мешок это соорудишь, да, я пойду с плакатом «Долой Аяцкого» в Грецию. Кстати, Аяцков был в Греции, приехал на пароходе «Олимпик». Да, вообще удивительная история. Да, я вчера видел корабль «Queen Mary 2». И показываю жене, и говорю, представляешь, вот до 2000, то есть в 2004 году это был самый большой корабль в мире. Она говорит, да он маленький катер в сравнении с теми кораблями, которые сейчас ходят. Да, он 80 тысяч тонн водоизмещения у Queen Mary 2, а у нынешних там по 230. Можете себе представить, какая разница, то есть в три раза. Вот. И, а тут... Почему я про Queen Mary вспомнил? И вот мне рассказывают, говорят, а Яцко, говорит, путевку купил своей бабой за 30 тысяч на Олимпик. Ну, не он купил, ему кто-то, или Джилавян купил, да. А это Олимпик на метр, что ли, меньше Queen Mary 2. Ну, по тем временам второй там по размеру корабль. И вот тот поплыл в Грецию на этом корабле, да, там за 30 тысяч путевка. А ходок вот этот, вот мы его ходок называли, Пономарев пошел, значит, с мешком туда от нас и с плакатом «Долой Аяцкого». Я очень хотел, чтобы они там встретились, и это ему в морду развернул плакат. Были смешные времена тогда, там «Спайдермен», как мы называли, альпинист залез на цирк, развернул плакат «Долой Аяцкого». Люди поднялись на Эльбрус с таким плакатом и так далее. Ну, был весело. Видите, то есть я сыграл в жизни человека такую роковую роль. Сейчас вот он работал на этой железной дороге и не думал бы ни о каких похождениях. А так он как взялся ходить. И вот путешественник прошел пешком 25 стран мира, включая Германию, Францию, Португалию, Испанию, Южную Корею, Катар, 8 областей России, да, и так далее, и так далее. В 2009 году совершил 5-месячное путешествие пешком из Вены в Эдинбург. Нормально, нормально жил чувак, да? Жаль, конечно, попал под колеса какого-то газона. Ну, говорят, что умер мгновенно, так что это тоже, в общем-то, неплохо. В возрасте
получается сколько? 63 лет. Ну, в общем-то, он долгожитель для России. Еще такую жизнь прожил. Все в дороге, в хождениях. Можно только позавидовать. 63 года не возраст. Это понятно, что это не возраст. Но я всегда, знаете, я помню, Миша был такой, санитар в морге, да. Я прихожу, что-то какие-то, то ли труп какой-то привез, не помню сейчас. И был там еще один товарищ, такой мой, хороший, да, вот, и они вдвоем что-то там над трупом, значит, ну, не над тем, который я привез, а что-то там возится, этот там что-то подтаскивает, этот режет все там, и говорит, вот, смотри, говорит, Слав, говорит, смотри, что, вот этот Миш мне, смотри, я говорю, а что смотреть-то? Ну, там вытащили потроха из него, там гусак, как они называют. Он говорит, это, говорит, таксист, он, говорит, в аварию попал. Я говорю, и что? Ну, разбился. А вот посмотри, у него что внутри. Я говорю, что там смотреть? Ну, иди посмотри. Схожу, он мне показ легкий, а там что-то хрень какая-то. Я говорю, а что это? Он говорит, а это саркома. Я говорю, что? Он говорит, ну, она его наверняка не беспокоила. Говорит, а умер бы он, говорит, через пару недель. Только задохнулся. А так ехал на машине, шлепнулся башкой и все, и кранты. Вот. Да, и как-то потом с другим товарищем, который там резал, я по этому поводу пьющий был, сидел, обсуждал этот вопрос. Он много таких историй мне интересных рассказал, совершенно невероятных. Меня тревожит твоя связь с Говорухиным, Матроскин кот. Очень смешной. Связь с Говорухиным. А у меня нет связи с Говорухиным. Говорухин давно покойник. И когда я с ним дружил, он был вполне приличным человеком. Как только стал он на сторону Путина, сразу у нас дорожки разошлись. Ну и с Володиным то же самое. То есть все это случилось в 2006 году. Я перестал с ними общаться вообще. С этими ребятами, потому что это было бессмысленно. Да, я помню, напомнили про Говорухина, когда был съезд Единой России, да, первый съезд, вернее, не так. Это был последний съезд Отечества. То есть еще Единая Россия не была создана, и вот на съезде Отечества решался вопрос об объединении с Единством. Вот. И спрашивают, ну а как назвать-то такую организацию? И все говорят, Единство и Отечество. И все, уже практически проголосовали за это, или проголосовали, или хотели проголосовать. Ну, я не знаю, все уже были готовы. Мне вообще был похер все это. Вот, и Говорухин руку тянет, кричит, дайте слово, блядь. Ну, говорит, ну, давайте, Станислав Сергеевич, скажите. Он говорит, нельзя так называть. Ему говорит, почему нельзя? Он говорит, ну, а вы попробуйте сократить Единство и Отечество. Что получается? Идиот. Все поугарали, да, и что-то за другое проголосовали. Так что Говорухин веселый был, остроумный был, умный был, да, ну, казался весьма принципиальным человеком, потому что он, собственно, Путин-то гораздо больше меня не любил и высказывался в самой резкой форме о нем. Поэтому все было нормально, пока вдруг он не того. Ну, бывает, что ж. У Говорухина связь с Кобзоном, это точно, вы вот прям в точку.